Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Фастер Ван Лайт, и мы продолжаем смотреть за геймшоу Open сезоном 5, где у нас уже во второй игре сегодняшнего игрового дня сразятся ребята из команды ZeroOne против Shadow Fiends. Сегодня всего будет сыграно, кроме этого, еще одна игра на этой квалификации, и, соответственно, на следующей квалификации. Что у нас вообще будет сыграно на следующей квалификации? Давайте посмотрим, которая начнется через 1 час и 29 минут. Пока что там 9 команд, но я думаю, что где-то игры, может быть, 2-3 будет также на следующей квалификации. Итак, Shadow Fiends против ZeroOne. Давайте перейдем к пикам. ZeroOne взяли Ogre Мага, Nyx Assassin, Tiny и Веспа. В банах у них Некролит, Дум, Адмирал и Морфлинг. В банах же у Shadow Fiends у нас Omni-Knight, Хускар, Оракл и Faceless Void. Себе же они взяли Shadow Demon, Darkseer, Nightsalker и сейчас думают над своим четвертым пиком. Напоминаю, что призовой фонд Game Show Open сезоном 5 составляет 650 тысяч рублей по двум дисциплинам, это Dota 2 и Hearthstone. По Hearthstone, соответственно, призовой фонд 325 тысяч рублей и по Dota 2 325 тысяч рублей. Распределение призового фонда у нас 170 тысяч рублей за первое место, за второе место 80 тысяч рублей, за третье место 50 тысяч рублей и за четвертое место 25 тысяч рублей. Ну и что же, думают до сих пор Shadow Fiends над своим четвертым пиком. Между прочим, их уже в финале ждут ребята из команды Ricky Gaming. Ну и посмотрим, смогут ли Ricky Gaming снова выйти у нас на Game Show Open. И они уже выходили в финальную часть и забирали некоторое количество денег домой. Я уж просто точно не помню, сколько, какое место они там заняли на предыдущем Game Show Open. Ну и что же, Silence залетает от Shadow Fiends. Пятые баны от обеих команд сейчас должны у нас произойти. Что же сейчас забанят ZeroOne? Кого же они отправят в бан? Ну, думают над своим пятым баном сейчас и... Что же будут делать? Ну так, думают, в принципе, уже есть два саппорта, есть, скорее всего, оффлейд Nyx и Тини, скорее всего, мид пойдет. Получается, что у нас нужен кор ZeroOne, а Shadow Fiends с двумя саппортами, Баланаром и Shadow Demon, Дарксиром в оффлине, Сайленсером на миду, или же очень сложный у них пик. Ну ладно, давайте подождем, пока что все у нас станет более-менее ясным. Банится Медуза Зера. Ванами, думаю, что не хватает им кора. Я тоже так думаю, потому что у нас Дарксир оффлейн, два саппорта, и Сайленсер пойдет в мидл. Просто Сайленсер в мидл очень странное решение, ибо я не видел Сайленсера именно на мид позиции просто миллион лет. Я его видел на кор позиции, на саппорт позиции. Его часто раньше забирали. Но вот чтобы на мид позиции, это просто летает ультра редко. И забирают себе Shadow Fiends также Сларка. Ну что же, Сларк, в принципе, неплохой персонаж. Но вот посмотрим. В принципе, если он вынесет себе какие-то артефакты, то сможет воевать с Сиником. Но здесь уже проблема в том, что ZeroOne 2 кора, в то время как у Shadow Fiends тоже 2 кора. Сайленсер очень сильный персонаж, она даже не вылетает в этой игре. Ну что ж, конечно же, мы меняем худ и посмотрим, как же будут играть команды. Так, ну что же, ждем мы пока что здесь все пофиксится. Давайте пока что представим, кто же на ком играет. Муфас играет на Тинь, Шисп на Веспе, Луафер, Никс Ассасин, Хейс, Чикернаут, Элла, Огермаг. За команду же Shadow Fiends играют Фелд на Найтсталкера, Наруто на Shadow Демоне, Профектус, Сайленсер, Джим Керри на Дарксире и Т.А. будет играть, собственно, на Сларке. Ну что же, подождем пока что, ребята, пофиксят свои проблемы. Пока что у нас
возьмут Сларка, пока что решат, что же с ним можно делать, наверное. Ну вот, возможно, что-то обсуждают. А возможно и нет. Ну что же, ждем. Напоминаешь, что лан-финалы будут проходить у нас 29 числа, 29 сентября 2016 года. Будет у нас финалы на Игромире. Так что, если вам интересно за этими финалами прийти посмотреть, или же вы просто хотите прийти на лан-финалы, вы можете прийти на Игромир. И там не только это будет. И, в принципе, там должно быть много всего интересного. Ну ладно, по-прежнему ждем пока что. Начнется у нас игра. Ладно, ждем. Снова вылетает на Сларк, ну, конечно же, мы его подождем. По-прежнему Сларк не переподключается, а у нас тем временем, давайте я вам расскажу, кто же занял призовые места в первой квалификации, прошедшей, в первых даже квалификациях, прошедших уже по дисциплине Dota 2. Собственно, прошедшие квалификации заняла у нас команда R2D2 и команда Xen на других же квалификациях. Центр Урал и Юг России два места себе уже отжали, собственно, Анима ММР и Crystal Gaming. Ну и ладно, у нас там тем временем отжимается пауза и готовится игра. Ну что ж, давайте перейдем к игре, потому что у нас много приготовлений было, много чего мы ждали. Давайте посмотрим, кто же на ком играет. Ну, уже посмотрели. Кто же что взял себе в мидл? В мидл взял себе тени, щиток, Firefire и веточку. Не нужны ему тангусы, ибо виски все будут покупать сразу ботл. У команды GSF себе Silencer взял в мид 2 Firefire, 0 талисман и 2 тангуса. По максимуму он уплотнился в урон. Будет пытаться ласкить крипов. Возможно, сейчас еще и грифу свою вкачает, которая наносит, в принципе, не так много урона в начале, но это тоже небольшой плюс к демейджу. И ласкитить с этой глифой будет проще. Ну и что ж, у нас в середине здесь может быть стычка. Здесь видит у нас Огр Мак Воланара и Огр Мак Огр. Ну ладно, вернее, здесь может сейчас быть файт, ставится в центре варды, съедают, апсы съедают в центре, плута пытается топануть, там фулта ежедается греча, фейлд, но вот фулта не пробить, фулта просто, точнее фулта не убить, фулта можно только лишь пробить, выбить из него как можно больше хилов, ну в принципе неплохо, ибо фейлд у нас будет вынужден съедать парочку тангусов, и из-за этого сможет меньше гангать, возможно, сможет меньше хитаться, вынужден будет больше ходить на базу. Ну, точнее, просто будет вынужден раньше пойти на базу. А тангус-то его неплохо отхилил, потому что он сел тангусом у нас в арт, и потискал как два тангуса, так что у нас Найтсталкер даже сэкономил еще одно танго. И что же, Найтсталкер перемещается в бот. Итак, Фелд. Здесь Муфаса. Ну и вот начинается как раз таки игра. Посмотрите, у нас пытаются пробить Сайленсера. Просто Сайленсера прогоняют, потому что не хотят, чтобы он получал золото. Но вот Шисп получает очень много сейчас урона от Сайленсера. Шисп. Где бот у Шиспа? Вообще, куда золото потратил Шисп? Куда он потратил свое золото?
Главный вопрос, как так можно было потратить неожиданно золотого никуда? Ну серьезно, возможно, он купил курьера, правильно? Он ведь курьер. Да, он взял курьера себе, подождет сейчас, возможно, какой-то минуты, прикупит себе ботл, но вот пока что ему придется идти на базу. Ну, будет еще у нас около минуты тени без батла, это уж точно. Придется ему стоять со своими силами на миду. Ну, возможно, еще немножко подрегенивать его висп своим регеном. Ну, это такой маленький бонус, маленький такой хп и мп реген. Ну, это что-то, наверное, более большое. Итак, теперь видим, у нас здесь Огрмаг летается с Дарксиром. Огрмаг, ну вот Огрмаг вообще не пробивает, посмотрите. Огрмага бьют, и Огрмагу пофиг. Огрмаг только радуется, что его бьют, ибо там можно потратить тангус, можно выбить хилы из противника. Ну хотя и по Дарксиру он не особо много дамажил. Вот если бы не было щитка, то я думаю, дамажил бы поболее у нас Огрмаг. Но вот щиток действительно очень сильно портит ситуацию и с одной, и с другой стороны. А, хотя, с другой стороны, нету щитка. Там просто Огрмаг с 8 армора. И что же, у нас Муфаса тем временем в миду немножко страдает. Тот Сайленсера, но Сайленсер уже потратил почти что весь свой хил. Ботл почти что прилетел в виску. Здесь у нас Муфаса подошел, дал просто эпичную птичку про по Сайленсеру. Ну и Муфасу сейчас должны отхиливать. Итак, бежит навстречу батлу у нас висп. Хотя здесь, ну вот Муфаса. Нет, ладно, Муфаса выживет там, если не второй левел у Сайленсера, а Last Word. Нет, не второй левел, конечно же. Но если был второй левел, то я думаю, что висп никак не спас бы у нас Тинника. Но вот остается у него прям совсем чуть-чуть и выхиливают его. Но там забирают тем временем Никс Ассасина наверх линии. Ну, то есть Никс, наверное, очень агрессивно стоял, и его смогли все-таки побороть. А на боте-то у нас две даблы. Ну и получается, что Хейза очень-очень сильно гнобят, ибо у Хейза всего лишь 8 крипов. Хотя это неплохой результат, действительно неплохой. Он третий по крипстату, он даже обгоняет Сларка. Ну, то есть, по сути, ему не особо сильно мешает. По-моему, Никс точно так же мешает Сларку в топе. Ну, вот, видимо, Никс переиграл немножко топе, и поэтому нафидел, возможно, к нему кто-то вышел, здесь туда проседает. Но тут Пурманшилд, его просто невозможно пробить, у Никса пока что нет еще Пурманшилда, вынужден Та юзать свою последнюю хиловую платку, ну и не скоро у него будет ультимейт, и проблема в этом, то есть если он просядет по хп, то это уже будет чисто его проблема, и должен будет винить какой-то хил, теперь есть выход у нас на Сайленсера в мид, и Сайленсер, да ладно, до сих пор живет, остается умирать совсем чуть-чуть, хп прилетает, у нас также Бланар в мид, и Тини бежит, но там поменьше хп, точнее поменьше МСа будет Тиника, минус Висп. И не закинул Днайца еще у нас Сайленсер планетарных крипов. Должен ему просто теперь у нас отъезжать сюда вверх. Но вот постарается как-то у нас, наверное, еще перед смертью печь удачи. Нейтральный крип убивает еще и Тинника. Ну вот отличная игра. Два мидера разнональность. В итоге просто-напросто у нас забрали виспа. Ну, виспа забрали хотя бы, главное, что не Тинника. Просто проблема в том, что гнали за Сайленсером, а Сайленсер просто задонайлся. Если бы у нас немножко подольше пожил Висп, то Виспа бы, я думаю, закинули в Сайленсера, забили бы Сайленсера, и можно было бы самому Тинику задонайться. Хотя неизвестно, что бы там дальше было, потому что там меньше дамага по Виспу вошло, больше по Тинику. И так у нас Сайленсер закидывает просто под вышку. Сайленсер, ну и пытается, конечно, уже бежать, но его еще и вышка нахитывает, если у нас Тини подходит, и делает финальную тычку. Там уже Сайленсер понимал, что никогда не уйдет, и поэтому шел донается о древних крипов. Ну, потому что у него просто больше МС. Хотя вот под виспом еще неизвестно, у кого больше МС. Итак, Найт Сталкер хитается тем временем у нас с Огрмагом. По-моему, это гиблая идея хитаться с Огрмагом. Итак, Огрмаг еще забирает себе иллюзии. Идет теперь втроем, они будут хранить Балонара. Итак, Хейс. Хейс у нас четвертый левел. Ну, то из-за все более-менее, у Сларка, конечно, да, немножко побольше там крипов, у Сларка еще имеется один ассист в килле, а что там у кого? Два убийства, ни у кого. То есть вышел у нас Баланар или Наруто. На Никса, скорее всего, да, Наруто вышел у Никса. Ну и что же, Лайфер по-прежнему стоит в топе. Лайферу ничто не мешает. Вот кроме, ладно, вот сейчас, возможно, кто-то ему и будет мешать, потому что выходит у нас снова сюда Шедоу Демон. Шедоу Демон должен чувствовать Карапас. Но вот не должны отпускать вообще отсюда никак Никс Ассасина. Никс. Никс под копы можно было забирать, хотя не живет Сларк. И тычка. Тычку и еще тычку до твышки. Да ладно, в итоге у нас просто Лайфер забирает Сларка. Разменялся он, по сути, в кора противника и откинул его от фарма, получил побольше золота, и Лайфер сделал все лучше, но почему-то все равно у нас за СФами преимущество. Хотя, ладно, это была смерть одного лишь Огрмага, так что это не считается.
у Тини тем временем появляется Power Threat. Тини на миду у нас стоит против Сайленсера, там ловят тем временем Last Word, ловят Arcane Curse. Ну, в итоге сейчас просто-напросто Тини постарается как-то заагрессировать на Сайленсера, ну, получает тычку по лицу от вышки. И, ну, вот очень быстрый Сайленсер, просто невероятно быстрый, 340 МС у него имеется, у Тиника 330, и так что догонять он может его только под веспом. И что же так у нас Тини? Тини. Ну, Тини просто пробивают у нас Сайленсера, Сайленсер. Ну и да ладно, сейчас опять подкинет просто Сайленсера и убьет его. Тут еще приходит Шадоу Демон. Должен сейчас ставить Висп своего тиммейта. Висп, ну вот сывет хорошо Тинику. И Тиник еще идет у нас дальше за Шадоу Демоном. Сейчас сможет его забрать. Ну вот что-то пишет на середине на этой сталке. Ну вот очень странный фит от команды SF. Прилетел вроде бы на сейф Сайленсера, но Сайленсер уже умер и в итоге еще и сфидит сам. Окей, хотят фидить, пускай фидят. Так, Shadow Demon, почти что пятый левел. Ну и начинается игра. Делать время Муфаса у нас дабл килл. Ну вроде бы у Муфаса действительно все хорошо. Муфаса 4 убийства, 1... одна смерть, и еще там у Веспа тоже все неплохо довольно-таки, там 3 ассиста, ему золото с этого капает. Ну вот у Хейза, я бы не сказал, что все плохо, но и не скажу, что все хорошо, потому что здесь выходит на него еще к тому же и Балнар, но пытается засейвить своего тиммейта Огра Муаг, и в среднем у нас кончается Сайленс на Джиггернауте, он вынужден ставить себе Хилен Вард и Фейл. Ну вот нету никаких аркан, нету ничего, чтобы восполнить ману Джиггернаута до такой степени, чтобы просто дать ультимейт, если что, в Балнар, и так Балнар продолжает веселиться. Но вот Балнар ночью может делать все что угодно. Балнар действительно может носиться, пытаться как-то агрессировать, и он должен это делать. Но у нас теперь видим, что по нетворсам там. А по нетворсам на первом месте Тиник, на втором месте Сларк, на третьем месте лишь Джаггернаут. Но вот Тиник действительно доминирует в нетворсе, причем неплохо так. Обгоняет на целую почти что 1000 золота своего предшественника Сларка. Итак, Тини. Ну вот, Тини с удовольствием добивает крипов. Тини все хорошо. Здесь что, Тини? Ну, а здесь Рене Могр Маг у нас сбивает потихонечку варды. Ну, в общем, у Огр Мага все, думаю, хорошо. В принципе, у Огр Мага есть третий левел. А что еще Огр Магу нужно? Серьезно, третий левел, в принципе, как раз таки неплохо бустает его гнает. Разница в замедлении 2%, так что это не важно. По урону, ну, 34 урона пока что ему хватает. Серьезно, пока что ему действительно этого всего хватает. Снова делает килл у нас Тини на миду, на Сайленсер, здесь Балонар. Балонар выходит, укончается ночь, но хоста спавнится, и как же везет Балонару, боже мой, какой же он везучий, просто невероятно везучий. Балонар с хостой. Вот, если бы там была какая-то руна богатства, то уже умер бы Балонар. Итак, Чигернаут. Точнее, его тут потихонечку Агра. Ну и Агра чуть не убил его же иллюзия. Итак, на боте тоже делают килл на Дарксире. Дарксир к тому же еще и тратит при этом стенку. Его забрал Огр, возможно, в Соляного, возможно, нет. Нет, а все-таки через Омни Слэш, а Огр просто его догнал. Ну и пока что все у нас действительно на команды ZeroOne постарались поддинать на средний мидл тауэр, пытается заставить из своего тиммейта. Если что, у него еще есть стики, Муфасу выхилили. Есть стики, нажимать стики, но здесь в итоге Шисп выигрывает время для своего тиммейта и закидывает еще и Шадоу Демона здесь. Но все-таки Шадоу Демон последним стаком Shadow Poison попадает по Тинику, в итоге отправляет его в таверну. Ну как так можно было Тинику? Конечно, понимаю, что хотел забрать еще на развороте как-нибудь Shadow Демона, но это прям совсем плохо было сделано. То есть ты как бы не убил Shadow Демона, еще и сам при этом нафидил. Здесь тем временем видят у нас, в принципе, Джима Керри. Итак, Луафер. Ну, он может, в принципе, сейчас подойти в инвизе, нажать Карапаси. Хорошо делает все пока что у нас Луафер. Стан. Ну вот кончается у нас тут где Сюрш. Здесь еще Огр Маг подходит. Ну да ладно!
Иммунитет от всего, у нас Дарксир, просто от всего, чего только можно. Так и замедляют Джима Керри, тут пытается по-прежнему убежать, ну, Лафер бежит за ним, но вот Лафер не попал с Таном, и это очень-очень плохо, хотя здесь у нас видят все время Джима Керри, и закидывают по нему в Никса, господи. Ну вот сейчас отлично сыграно было Тинником и Никса Сальсоном сговорились, и просто в итоге у нас убили, закидали, так сказать, Дарксира, а здесь, посмотрите, Сларкич хочет очень спушить топ-линию, в скором времени появится, наверное, у Тинника Даггер, и в принципе, как раз-таки он идет на топ его получать. Да, вот на этом кемпе получит Даггер, там принесет себе курьером, и можно даже постараться будет забрать как-нибудь Слайка. Но тот всего лишь 8-й левел, вкачан у него ультимейт 1, так что Аваланч всего лишь в 3. Сколько там дается дополнительного урона с Тоса? Дополнительного урона 50, но это с автоатаки, а с... уменьшение скорости атаки даже идет... Окей, бонус ТОС 35%. Ну вот 35% это около 100 урона, наверное. Итак, Тини, где у нас Тини? А Тини на поте развлекается как раз таки снова с Дарксиром. И выходит на Дарксира, его без проблем забирают. И проблема в том, что у Дарксира-то у нас 40 силы, и чуть побольше имеется силы у Сларка. Если он, конечно, не юзает ПТ-шку на силу. То есть, ПТ-шка пока что его спасает. Ну вот так вот, 900 хп, и 900 хп без проблем его можно забрать. Ну и плюс, ни один же Тинни будет давать свой прокаст. У Тинника пока что действительно прокаст сносит около 1000 хп. Потому что если учесть, что там будет двойной аваланч 600 и плюс там около 400 урон, то мы как раз таки и получим 1000 хп. Но вот если еще и Макдеф убрать, то 750 хп сносит его прокаст примерно... где-то так. Ну и что же, Тинни Тириниус Даггером бежит за Сайленсером, но Сайленс брокает, немножко не дотягивается до Сайленсера Тинни, и не получился Тос. Ну что, вот эти дезерится обратно к Тиннику у нас Висп, сейчас должен забирать Шедоу Демона, попытался Шедоу Демон что-то сделать у нас, но у него не получилось. 10-5 лидерство сохраняет... господи, заговариваюсь. Лидерство сохраняется за ZeroOne, в 3000 по золоту они лидируют, в 3000 по экспириенсу ведут, и... что у нас Тинни? И Тинни, в конце концов, забирает кого-то под чужой базой. Сюда телепортируется у нас Сайленсер, сюда также телепортируется кто-то еще, сюда, собственно, Баланар и Сларк. Убивает уже как минимум одного и второго саппорта, остальным нужно спасаться. Остальным действительно просто нужно бежать, так Даггер есть, что у нас у Тинни? Но сбивает, да ладно! И была же секунда Даггера! Просто была секунда Даггера, сюда приходит Туа, но его поднимают, и можно забирать у нас Сларка! Сларка нужно забирать! Сларк умирает в размен на Тинника! Если что, еще есть у нас ультимейт. Мейту Хейза, но почему он его не дал? Хейз, ошибка! И Сайленс сейчас кончится, и можно на развороте постараться дать ультимейт по Фелту. Да-да, я жду ультимейт на развороте. Ну, почему он не дал? Почему они так боятся давать свои способности? Ну что же, давай раскрутку и ТП аут. Ну что ты делаешь, Хейз, боже мой? И Хейза сейчас поймает ведь за это, серьезно? Хейза сейчас ведь накажут, хотя здесь у нас Никс Ассасин, возможно, это план Хейза. Хейз! Ну... его ошибка. Его... он сейчас сруинил момент просто люто. Он просто сруинил момент. Он мог дать 3 раза свой ультимейт, мог нажать БКБ ТПА, вот, но... что-то пошло не так. Что-то просто пошло не так. Возможно, все шло так, но не предвидели, что-то у нас, собственно, команда. Итак, Тинни. Тинни не дает баунтируну Шедоу Демону. Ну ладно, кстати, Тинник у нас уходит в мидл, стягивается туда, и Фелд, ну вот, Фелд избивает крипов, здесь у нас Муфаса на миду, ну и Тинни с инвизом. Или не с инвизом, все-таки с инвизом. Делал. Шедагер сейчас будет рассказать рыскать в поисках Сларка. Да ладно, он сейчас ведь найдет Сларка в лесу. И у Сларка не так много хп, у Сларка всего лишь 1000 хп. Здесь может напрыгнуть он на Никса Сайсина. Стягивается сюда еще и Балнара. А здесь, в свою очередь, также у нас в инвизе Тинни. Да ладно, неужели? Ну вот видели Тинни или нет? Видели Тинни или нет? Видят, зато у нас сейчас
что демон, что демон тебя прячет. Но здесь Никс Ассасин не по таймингу стан, мы потом должны набирать. Но забирает еще и при этом у нас Шадоу Демона. Откидывается с кем-то у нас Синик. Нажимает свою вендетту. Никс Ассасин пытается забрать здесь Огра. Огра, скорее всего, заберут, но вернется у нас Висп с фуловым Тини через 3 секунды. А здесь как раз таки у нас Луафер. Луафер видит, Луаферу больно. Луафер, Луафер, дай хотя бы тычку из инвиза. Минус Сларк. Должен забирать также Фелта. Фелту. Фелту не жить, или Фелт будет жить. Фелт, Фелтом погоня. Ну вот, должны убивать Фелта. Да почему ты? Ну хорошо, ладно, здесь есть сабля. То есть здесь не так страшно все это было. Подкидывать тем временем у нас Дарксира на Сайленсера. Муфаса может быть на развороте. Хорошо, горячо дал, но, к сожалению, не попадает по Дарксиру. Пытается убежать Муфаса. Сюда стягивается еще и Хейс. Хейс с ультимейтом. Хейс с 11 левела. Подкидывать им еще Муфаса. У нас Джима Керри. И Хейс раскручивается. Зачем он это сделал? Тогда теперь у него маны на ультимейт не хватает. Хотя нет, все-таки хватает. Это так, Виз. Ну вот, в итоге, драка, я думаю, в пользу для команды ZeroOne, ибо у них делают синикелы, но вроде бы... И у Сэфа, кстати, тому же еще умер Сларк, так что в любом случае драка в пользу для ZeroOne. И если они так будут продолжать драться, они рискуют закинуть игру. Потихонечку падает. Башня, минус. Башня и Хейс. Хейс. Побил немножко крипов и Муфаса сейчас видит, собственно, с Дарксира. Дарксир сейчас мог, кстати, у нас отъехать, серьезно. Дарксир мог улететь далеко и надолго, ну, с того на базу, в принципе. Потому что только прилетает СТП на бот, как там уже его ожидает Тини. И потихонечку, кстати, у нас ломается этот тир 2 тауэр на топе. То есть, не думаю, что будут его дефать, не думаю, что будут его дефать у нас СФ, хотя собираются, вроде бы, пока что на деф. Сюда еще, вроде бы, и приходит также Ультра Маг. Ну, в общем, все готовы у нас просто драться за этот тауэр, но Сайленсер просто дынает, и еще Сайленсер подкидывает, Сайленсер тоже должен забирать, и да ладно, вторая тычка с сабли не прокает, Муфас идет до конца за Сайленсером, и еще тычку на тебе по голове, просто камнем, Сайленсер минус, здесь Никс Ассасин старается помочь своему тиммейту, Муфасе как минимум уже минус 2 уже есть, но там убивают Чинника, и должен забирать также Сларка, Сларк пока что вроде бы живет, Сларк даже пытается как-то вгрызться, Сларк, стан по Фелту, поняли, что Сларк, если что, уйдет у нас, Фелт получает баночку, Фелт сгорит или нет, какой там уровень баночки 4 может сгореть, и сгорит или нет, сгорит, сгорит или нет, сгорит, даже урна не помогла, и стики были в кулдауне. Но в итоге у нас Баланар еще к тому же и тратит одну урну, а еще и умирает. Но вот единственное, что плохо, не поймали они Сларка. И этот персонаж может потом еще выдать огромное количество ДПСа в лейте. Но там тем временем появляется у нас Battle Fury у Джиггернаута. Джиггернаут. Стягивается на бот, и что у нас тут? Ну вот, ходит по вижну, кстати, Джайер, так что, возможно, сейчас у нас будут немножко более развязаны руки у Shadow Fiend'ов, просто потому, что они понимают, что Джиггернаута нет, хотя, ну, здесь я не скажу, что здесь другие персонажи не дамажат, другие персонажи также дамажат, так у нас здесь Ирине Мюмсларка принимают на топе, отлично все сделал Луафер, главное, что не сделал тычку из инвиза, потому что мог среагировать у нас, собственно, на Сларк и войти в свой Shadow Dance, и еще вовремя летел Висп с Тинником, здесь еще и приходит на Тини на бот, господи, как же Тини просто везде успевает, серьезно, он вроде только что на топе был и уже на боте, и вроде бы все сделал хорошо, ну то есть он ультракил уже делает, боже мой, Муфаса, и еще еле-еле ушел с телепорта у нас Сайленсер. Я не знаю, как будут воевать против такого Тиника у нас Shadow Fiend'ы. Вроде бы у него ничего нету, а вроде бы и ему ничего и не надо. Если быть честным, серьезно, ему вообще ничего не надо. Очень странный Тиник. У него одна рука такая странная, каменная. И да, это не баг, это нормальное состояние этого Тини. Итак, Тини. Очень странный сет, серьезно. Левая рука ледяная, то есть, ну, левая рука с айскина, правая рука вообще с другого сета. Центр с старладеровского сета, это когда еще он был, помните? Выходил сет на тени старладеровский, он был просто очень крутой. Но сейчас он не такой крутой, но все же, выглядит все равно неплохо. Итак, очень смешно все это вместе смотрится, такая маленькая ледяная рука. Ну и что же, теперь у нас тени покупает себе аганимта уже и с аганимом, да?
дамажит просто теперь еще и больше. А к тому же нельзя забывать, что по товарам он наносит огромное количество урона, к тому же еще из своего предмета сабли. Хотя пока что у него не так много урона, не так много скорости атаки, всего лишь 225, а там дополнительный урон дается по зданиям 75%. Ну ладно, возможно, все. Да не так-то и плохо, если 75% урона по зданиям, чуть не минус 40 залетов Шипса. Да пошел Сайленс, Шипса забирает, Шипс живет, да ладно. Шипс, ну немножко еще пожил, хотя здесь у нас Тини пытается выжить, но Тини не дадут выжить. Напали у нас на ZeroOne, байбекается Висп, должен пытаться кого-нибудь засейвить. Джиггернаут раскручивается, ловит еще и Джарктира, Дарктир умирает, но он при этом ушел с Ларк. Нельзя про это забывать, что главный токор у нас все еще жив. Сларк нажимает Шедоблейд или не нажимает Шедоблейд, увозит отсюда у нас Джиггернаут, и погоня сейчас будет от Луафера и Ла за Фултом. Хотя размер пока что 1-2, и вроде бы дальше в пользу команды СФ, хотя здесь Сларк и Сларк. Ну вот, блин, очень противный персонаж Сларк, хотя плохой наш Джиггернаут. По сути, плохой Джиггернаут, он начинает наваливать у нас по Сларку. Сларк сейчас может отъехать, Сларк отъезжает, и Хейс бежит дальше за всеми остальными. Хейс наваливает по Сайленсеру на, и говорит, я тебя ненавижу, Сайленсер, получи с мяча. Ну вот, в итоге просто-напросто у нас снова сфидели СФ. То есть даже они хорошо вроде бы напали. Я даже думал, что эта драка уже за ними и будет небольшой переворот. Но не тут-то было. Все-таки смогли у нас подраться хорошо ZeroOne. Просто отлично смогли подраться. Итак, Сайленсер. Заходит хайграунд. Ну и вот еще плюс виспай Джиггернаута. То есть ты ставишь хилин вард, и тебе хилит не, там, не 5%, а 10% хп в секунду. Это очень много, причем при том, что, ну да, здесь примерно там, ну ладно, не 10, там чуть поменьше, ибо у Виспа не так много хп, как у Хейза, там, ну, всего лишь на 200, ну, допустим, не 10, а 9 или 8% хп в секунду тебе регенят, и это очень-очень много. Так, Хейз заходит своими тиммейтами на бараки, и сейчас начинает активно их пушить. Здесь у нас Сларк, поняли, что Сларк ходит где-то в инвизе. Итак, Сларка видит или нет, по Сларку залетела Греча, он понял, что его видят, ну, прячет у нас Джиггернаут, а Джиггернаута должен ловить Джиггернаут, здесь Луафер. Ходит Луафер, теперь не под Аркинкеру Сойд, пытается спасти как-то своего тиммейта, подбил немножко иллюзий. Ну и у нас Тинни вместе, точнее не Тинни, а Висп вместе с Джиггернаутом на базе, должны сейчас его их ловить. Здесь у нас Тинни поднимает Микс Ассасина в ветра, точнее он сам себя поднимает. Тинни все еще сражается, Тинни, но Тинни умирает, приходит у нас Джиггернаут обратно в драку, и Джиггернаут сейчас должен всех разваливать. Здесь у нас Дарксир, Дарксир умрет или нет, похоже не умрет, пытается пробить Виспа, Висп у нас умирает, Джиггернаут остается одним из последних героев команды ZeroOne. И Хейс, Хейс на развороте, будет ли ультимейт, хотя бесполезно, наверное, давать ультимейт Сларка, у которого нету маны, у которого нету маны, пошел ультимейт Фолта, Фолт отъезжает, умирает, также у нас и Дарксир, но 1-2 разменялся, пытается еще убежать, Хейс, да ладно, неужели убежит, убивает, в конце концов, его хилин тотем, но нажимает БКБ и ТПА, вот, и неужели еще и уйдет, не уйдет, в конце концов, его забрали, да ладно, вот плохая драка сейчас от ZeroOne была, и вот это уже более-менее похоже на камбэк, серьезно, вот сейчас неплохо показали себя у нас СФ. Ну что же. И Сларк. Сларк, кстати, уже с Сильвер Эджем. Ну и что у нас по графикам? В 10 тысяч лидирует ZeroOne по золоту, по экспириенсу по 6 тысяч, здесь ловят Ларка, но вот Сларк, конечно, нажимает Shadow Blade, хватает ему маны, его еще ударили просто бревном через крипов, но вот очень и очень много хп снимает Муфаса, собственно, Сларку понимают, наверное, сейчас ZeroOne, что стоит им зайти на Рошана. Но вот как они быстро будут забирать Рошана, я не знаю, ибо пока что у Тини не особо много дамага с руки. Хотя вот Джиггернаут может показать себя. Джиггернаут действительно может это сделать. Так, Джиггернаут. Так, Джиггернаут. Висп сейвит с его тиммейтом. В одно мгновение, ну и Тини. Ну что же, продолжается у нас тем временем игра. По золоту в 10 тысяч лидирует ZeroOne, и по экспириенсу около 6 тысяч там преимущества, или
Ну, в общем, около 6000. Старкич у нас с временем сабли, то есть он решил уходить немножко в плотность, да, и сабля забустает его дамаг, пытается найти хоть кого-нибудь. Время здесь, наверное, понимаешь, что Огр есть. Огр сразу делает ТПА, вот. Ну, хорошо, что спалили такие, даже еще выход в смоках был. Итак, наверное, должны понимать, что он... Хейс где-то рядом, вот Хейс. Хейс у нас прячется в лесах, пытается прорубить себе путь к свободе. Хейс. За Хейзом так далеко не пойдут. Хейс уже спрятался просто достаточно. Ну вот, все кончается. Смоук. Видят, на крипах у нас уже как минимум у Баланара. И у Баланара в скором времени появится Аганим. Как минимум у него половина уже должна быть через минутку. Ну что, забрали курьера. Тем временем где-то забрал его, собственно, Никс. Асаси сразу делает ТП, а вот нежели дадут ему делать ТП, а вот не дадут на последней секунде просто. На последней миллисекунде сбивают телепорт Никс Асаси. Но все-таки тот смог выиграть немножечко пространство для своей команды. И, конечно же... забрать курьера, это тоже немаловажно. Забирают по средним еще и Тиника, стопа, а забирают на бот у нас. Боже, как они играют, как же они играют, это просто 10 из 10. Вот это да, вот это, конечно же, джук-мастера, это просто хайлайт этого дня. Улетели стопа на бот, это гениально. Это серьезно, просто гениально. Все ждут их на топе, а там у них бот-линия тем временем падает. Боже мой. Еще и команда забирает их Рошана. Как же хорошо играют ZeroOne. Это просто невероятно. Просто невероятно. Что за Хейс? Итак, Тини. Ну, видит здесь Сларка. Сларк решил вспомнить 2007 год. Итак, Джиггернаут, видимо, у нас идет. Ну вот, здесь просто для СВОВ явно проигранная драка. Тут отлетают все, кто только можно. Байбекается Сларк, но, по-моему, даже это не спасет, потому что уже вся его команда отъехала. И слишком поздно он байбекнул. Хотя здесь у нас видит Виспа. Ну ладно, можно было, в принципе, наброситься на Виспа. Хотя нет, он, наверное, видел таймер. Да, просто мало ли там таймер. Не заметил неожиданно. И заходит по миду у нас сейчас ZeroOne. И очень быстро-то у нас будет все это пушить команда ZeroOne. Здесь у нас будет еще и Фолта. Фолта отправляет прямиком в таверну. Видят, собственно, Сларка. Сларка должны забрать. Нет, на Сларка забивают. Просто идите, сломайте им три стороны. Почему вам это не сделать, если вы это можете сделать? Серьезно, у вас очень быстро ломаются ТВР и прописывают ГГ у нас СФ. Все-таки смогли у нас ZeroOne одолеть своего оппонента. Ну и поздравляем их, они выходят в финал региона, где будут сражаться уже с Гейминг. Ну и что же, ZeroOne побеждает в этом сражении. Ну а мы, ребята, с вами уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу.